На роковом перекрестке площади Баляева очередной ДТП. На этот раз виновник – гололед. Автомобиль Toyota Probox с аракалом такси, поднимаясь от Труневского моста, делает попытку повернуть на улицу Сабаниева. Однако начавшийся снег вносит коррективы в траекторию движения авто и в дальнейшие планы водителя и пассажира, а заодно и примкнувшего к ним водителя микроавтобуса Toyota Hiace. Он не уследил за маневрами таксомотора. Снег, не рассчитал дистанцию, удар, все. Я правильно понял, что вы поворачивали? Совершенно. А он вас догнал? Повреждения? Фонарь боковины. Ну, жить будет. Вообще ничего страшного. Повреждения машин действительно пустяковые, однако разойтись по европротоколу водители от чего-то не спешат. Никто не показывает недовольство или раздражение, напротив, люди демонстрируют философский подход, замешанный на здоровом чувстве юмора. По европротоколу что-то он задумался. Даже так. То есть, может быть, еще и постоите? Ну, скорее всего. Ну, вон, продукты есть, пирожки, кофе есть. Чуть позже мужчины все же пришли к консенсусу и решили оформить бумаги на месте, понимая, что сотрудникам ГИБДД в этот день и без них есть чем заняться.